Мото Гуцци 23 790 евро, более чем гуманно по сравнению с другими мотоциклами. Шикарный мотор, красивый, очень интересный мотоцикл. В прошлом году я видел такую версии Street Glide, мне очень, конечно, понравился, но на таком сиденье далеко не видишь, все будет болеть. Без литрового стекла тоже будет нелегко. И где брать на этого итальянца запчасти, я просто даже не представляю. И где, если что, там оттестить его или там прошить что-нибудь, куда бежать в нашем городе Санкт-Петербурге, я даже не знаю. А так, конечно, мотоцикл очень интересный. Здесь очень неплохой мотор, там столько ноу-хау в нем сделано, которые сейчас перечислять, к сожалению, не буду. Ну, тормоза, АБС, передачи, глушители, блин, вообще, карбон, приборка. Объем 1400 кубов почти.